Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Творческая мастерская Креатив». Меня зовут Наталья, и сегодня я хочу пригласить вас на мастер-класс, на котором мы с вами сделаем новогодний шар. Этот шар обтянут тканью, украшен лепниной, стразовой цепочкой, полубусинами и, конечно же, бантом. Для удобства просмотра я разделила наш мастер-класс на две части – так что подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, заходите в мою группу ВКонтакте. А сейчас давайте начнем наш мастер-класс. Я разделила пенопластовый шар на 4 сектора, и каждый сектор обтянула атласной тканью. Как обтягивать тканью пенопластовые шары, вы можете посмотреть мастер-класс по вот этому синему шарику. Здесь я показываю, как разрисовать пенопластовый шар и как обтянуть его тканью. Вот эти линии прорези, где я разрезала шар и куда вставляла ткань, я закрыла парчевой металлизированной лентой. Также с такой ленты, только уже. Эта лента у меня 1,5 сантиметра, а эта лента у меня 3 миллиметра. Я сделала петелечку. Длина этой петелечки 15 сантиметров. Теперь поверх этой ленты нам нужно сделать украшение. Я буду использовать вот такую вот, я даже не знаю, как назвать, тесьму. Это полубусины, но вот такие вот цветочки. И начинать приклеивать эти цветочки я буду не с краю, а с вот этой вот серединки. То есть накладываю эту тесьму сверху на ленту, проверяю, чтобы ее хватило на половиночку шарика. И цветочек, один из цветочек, из цветочков этой тесьмы, он должен лечь ровно посередине двух, на пересечении двух этих лент. Этот цветочек должен лечь посерединке. Наношу сюда клей и приклеиваю вот этот вот фрагмент, где у меня цветок. Теперь эту тесьму нужно приклеить на эту сторону и, соответственно, приклеить на эту сторону. Здесь я клей буду наносить на каждый цветочек. Наношу клей, смотрю, чтобы она ровно шла, прикладываю и приклеиваю. Также наношу только на цветочки. Выравниваю, прикладываю и приклеиваю. Теперь нужно приклеить с этой стороны. С этой стороны приклеили, теперь нужно приклеить с этой стороны. Вот тесьму я подклеила на эту половину шара. Теперь нужно тесьму приклеить на эти вот части шара. Чтобы было красиво и симметрично, приклеивать будем небольшими кусочками. То есть мы вот этот вот цветочек прикладываем к этому цветочку и приклеиваем эту часть, отрезаем здесь, а потом приклеиваем также с обратной стороны. Смотрите, наносим клей. Здесь я уже клей нанесу на сам шарик. Беру вот этот цветочек и прямо приклеиваю рядышком с вот этим цветочком, который я приклеила посерединке. Далее вымеряю
И лишнее отрезаю, чтобы оно не мешало в работе, лишняя тесьма. И таким образом я приклеиваю на эту половину. Так же, как и в первом случае, наношу клей на цветочки, выравниваю и приклеиваю. И делаю так все до конца, то есть до вот этой вот петельки. Обклеили три вот эти вот боковые стороны, и осталось приклеить еще на последнюю, на четвертую. Здесь точно так же делаю. Наношу капельку клея, беру тесьму и вот этот цветочек приклеиваю к цветочку, который у нас приклеен был изначально посередине. И смотрите, у нас получается красивая нижняя часть шара, ровная и красивая. И также отмеряю, лишнюю тесьму отрезаю, чтобы она не мешала дальше в работе. И приклеиваю клеем, нанося клей только на цвет. Теперь будем украшать шар стразовой цепочкой. Я взяла цепочку, стразовую цепочку под золото. Здесь, конечно, лучше приклеивать стразовую цепочку на клей для страз. И приклеивать мы цепочку будем возле вот этой вот парчевой ленты. Наносим капельку клея. Берем цепочку, вот это где у нас стразик один. Если здесь есть такая вот металлическая палочка, торчит, то ее лучше, конечно, убрать, чтобы она нам не мешала. Чтобы было начало цепочки, начиналось со стразинки. Здесь у меня бракованная, видите, страза нету, я ее отрежу. Вот видите, начало цепочки должно быть стразинкой. И приклеиваем, прикладываем аккуратненько, ровненько и приклеиваем. Придержим чуть-чуть, чтобы она не съехала. Пинцетом можно ее немножко подвинуть, чтобы она легла ровно. Вот, вот этот уголок, вот видите, у нас такие получились уголки с парчевой ленты. И вот, вот это вот стразинка должна лечь прямо в этот уголок. И далее здесь я клей наношу на ткань маленькими капельками с небольшим расстоянием. Выкладываю цепочку, немножко придавлю обязательно и подержу, чтобы там она приклеилась и не двигалась. И далее продолжаю так. Опять наношу небольшие капельки клея с небольшим расстоянием. И выкладываю цепочку прямо к парчевой ленточке, чтобы расстояния не было, чтобы прямо... Вот парчевая ленточка, и рядом шла полоска со стразами. И так мы приклеиваем до вот этой вот нижней части, где у нас треугольничек с парчевых ленточкой. То есть в этот треугольничек тоже должна лечь стразина. Я вот, видите, приклеила цепочку, и у меня получилось, что я начала со стразинки и закончила тоже стразы. Теперь будем приклеивать эту цепочку с этой стороны. Наносим клей. Берем цепочку тоже, чтобы у нас была стразина. Чтобы вот этого металлического хвоста не было. Конечно, еще проверяем, чтобы бракованных не было страз. Вот у меня нету хвостика. И смотрите, эту стразину я прикладываю ко второй стразинке.
То есть, видите, вот у меня первая, это вторая. Значит, я эту вот новую цепочку прикладываю на одном уровне с вот этой вот второй стразиной. То есть, да, мы должны сделать угол. И так продолжаю приклеивать до конца. Здесь тоже я заканчиваю возле второй стразины. Вот так вот получились приклеенные стразины. То есть мы сделали с этой стразовой цепочкой острый угол. Что здесь, что здесь. И теперь таким способом нужно обклеить оставшиеся секторы этого шарика. Боковые стороны шарика мы украсили. И во второй части нашего мастер-класса я расскажу, как украсить вот эти вот 4 сектора шарика. И украшать мы будем лепниной. Также расскажу, как сделать бантик для этого шарика.